благоустройство и жилье – темы образовательного модуля. Участвуют 23 команды городских управленцев. Одновременно обучение проходит в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Основной ценностью, наверное, целью этого модуля – показать лучшие практики ведущих российских городов. В Екатеринбурге, возможно, это будет больше жилья, а здесь в Нижнем мы больше благоустройства увидим. Среди всей выборки, наверное, это одни из самых ярких решений по благоустройству, которые есть сейчас в России, и одни из самых места, где больше всего реализованы проектов вот за такие короткие сроки. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что более 99% средств из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников, полученных к празднованию 800-летия города, были направлены на благоустройство и инфраструктуру, объекты, которые будут служить долгие годы. Это благоустроенные общественные пространства, которых за последние 3 года появилось около 80, отреставрированные объекты культурного наследия. Юрий Шалабаев отметил, что это лишь начало пути. Впереди реализация новых инфраструктурных проектов. Развитие метро, верхнюю часть города, то, что нижегородцы ждали очень долго. Благодаря уже получил гарантийное письмо на проект по продлению 1 миллиард рублей. Соответственно, уже там, в ближайшее время выйдем на заключение контракта. Развитие, ремонт и восстановление ливневой канализации – действительно серьезная проблема в нашем городе. Мы как раз с одной стороны с ВЭБом работаем на то, чтобы совместно выйти на комплексное решение по ремонту и строительству ливневой канализации. Ее на самом деле в городе в 4 раза меньше, чем нужно. Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов рассказал о качественных изменениях городской среды, которые произошли в Нижнем Новгороде в последние годы. Он подчеркнул, что акцент при реализации крупных проектов сделан на набережных Оки и Волги, новых пространствах и новых возможностях, которые дают городу реки. Помимо территории Стрелки, Окской, Волжской набережной, продлили территорию Нижневолжской набережной, соединили ее с Грибным каналом, благоустроили, сделали доступным, построили беговые дорожки, освещение. В ближайшей перспективе, как я уже сказал, мы планируем продлить еще 3 километра до улицы Черниговской, благоустроить всю территорию, синхронизировать это, сделать некую синергию, если хотите, с объектами жилищного строительства. И в перспективе дотянуться до парка Швейцарии. Каждый день Нижний Новгород изменяется в лучшую сторону. И если уехать на несколько лет из него, а потом вернуться, то город можно будет и не узнать. Так что лучше оставаться и следить за его переменами. Ольга Абрамова, Время новостей.